вопрос. А что ты говоришь, с каким-то таксистом ехала? Я ехала с таксистом тоже $100. Это? А у меня, знаешь, Nokia простая. Nokia, ну. Ну, не цветная. Да. Еще экран разбит. Да. А он у меня спиздил. Подожди, ты его остановила или по такси вызвала? Нет, я вот, вот. Ты шла? Поменяла. Да? Ты с ним ехала туда, да, поменяла? Да, поменяла, заплатила, попросила домой доехать. Да. Дала деньги. Да. И, блин, телефон этот остался, а тот он... А как он спиздил? А у него, я говорю, можно зарядить? А у него как раз тоже такой... Да, да, и что, зарядил? Зарядил, и я когда... Он говорит, ну выходи, я говорю, дай телефон. Ебать, и что? Ну, и что? И уехал нам. Что, не дал телефон? Нет. Не дал. Я всех подняла, друзей, все звонили. Ебать, не да, сука. Ну, понимаешь? Телефон кнопочный, да, ты, я так понял? Кнопочный, ноги. Сколько он там стоит? 70 гривен, нахуй. А я ебаный в рот, блядь. Так, ты сейчас идешь доллары менять? Да. Иди меня. Подождешь? Да. Все, я тебе 200 даю. Давай. Не уезжай. Давай только быстро. Только не уезжай. Давай, я жду. Куколка. А, холодно. Рассказывает историю, что таксиста, этот сам, таксист телефон спиздил. Я не знаю, правда, неправда. Что вы скажете, напишите в комментарии. Холодно сегодня, минус 15! Не забудьте на канал подписаться, лайки, дизлайки, в комментарии срач сделать, ребятушки. Что ты поменяла? Да, на марсельскую можешь? Да, поехали. 200! Что тут ехать, блядь? С марсельской... Да, увидел, что я на день рождения немножко бухала. Слышишь, а что хотел тот на машине, чтобы тебе подходил возле банкомата? Ну, я, блин, знаешь, вот у тебя, да? Да. Я нечаянно, ну... Зеркало зацепило? Зеркало зацепило. Он говорит, что не можешь пройти? А что ты так стал, блин? Там машины, там машины. А то все. Я что, блин, худенькая, блин? Ну, не толстая. Я беру питана. Слушай, это хуйня. Просто иногда бывает возле банкомата. Возле... Там все, да. Насчитали. Иногда возле обменников стоят. Допустим, ты подходишь к обменнику, что ты хочешь поменять деньги. Можешь записать мой номер, если что, меня где-то забрать. А где тебя забрать? Ну... Запиши мой номер. Да я когда номер записываю, я потом начинаю звонить, приставать, блядь. Да я тебе заплачу, не надо приставлять. Да не, а вдруг я не сдержусь, блядь, буду приставать потом. Да у меня есть парень. Ну так понятно, ты ж с парнем ехать не будешь. Парень в городе, да, как... Ладно, другого таксиста слаблю, блядь. Да. Вот. Что? Поменяла. Нихуя себе, у тебя пачка денег. А сколько ты поменяла? $100 или 200? 200. Так нахуя ты столько наменяла? Это мне парень, блин, дал деньги. Парень дал тебе деньги? Да, мы с ним, знаешь, не спим. Я понял. Один раз. Ага. По знакомству. Понял. И вот дает присылает. Так давай я тебя домой, может, завезу сразу. Что ты сейчас будешь где-то тут лазить? Да. Где ты живешь? Не, на Марсельскую. На Марсельскую? Я так думаю, что я уже все, в этах. Ты хоть соображаешь, все нормально тебе там? Не, я еще нормально, ну, нормально. А нормально. Куда ты сейчас вообще я думаешь? Я сейчас, блядь, надо кому-то, по которого я знаю. Какие у тебя планы вообще, куда ты думаешь? Ну, мне надо сейчас с человеком встретиться. Ну? Что, ну, встретиться и все. Я хочу купить домой покушать. Это все. Живешь на поселке, а? У меня две дочки. А, так у тебя есть куда деньги тратить. У меня Саша, да, это не его дети. И он, знаешь, вот, да? Давай я тебя домой запишу. Нет, вот сюда. Знаешь, он скидывает и говорит, купи макароны. Я говорю, дети. У меня Криша и 2 года. Куда дальше? Покажи дорогу. Все, здесь. Слушай, бля, я переживаю, что ты сейчас проебешь эти деньги, сейчас где-то загуляешь. Не-не-не. Загуляешь где-то. Не, я все, стопе. Точно? Стопе.
А ты живешь где-то тут, рядом? Ну, мне надо пойти купить кушать. Ну, просто я хотела, чтобы ты мне, если я буду покупать, ну, позвонить, чтобы ты меня домой куда ты довез. Куда? Далеко? Домой довез. Хорошо, запиши номер. Давай ты запиши. Давай я запишу. 5-0-68. Подожди, на, вот тут пиши цена. 0-68-90. А где этот ебаный в рот, блядь? Где, как он? Марсельская, да, назвал? Вот этот. Марсельская, да? А ну-ка. Ага. Вызов. А Люба. Люба. А... Тебя что, Люба зовут? Да. Это специальная программа. Что ты врешь? Что? А как ты? Что ты? Что? Есть вызов? Секретный номер. Я не могу понять, здесь. У тебя был мой номер? Да. Как это? Потому что, блядь, как? Ну что это специальная программа у меня выбрала. Да, конечно. Давай, блядь, расскажи, знаешь что? Люба, специальная программа называется GetContact. Хочешь водку? Водки не хочу, Люба. Я ее вот, если смотри, честно. Смотри, должен идти вызов мой. Идет? Ну, ко мне. Все, это мой номер. Все, звони, если что, Люба. Давай, я поеду. Так, я это выкидываю. Водку выкидываю. Слушай, не свети так много денег, блядь, чтобы не обокрали тебя. Пожалуйста, шо? Если что, звони. Я тебе скину вызов, да. Ты звонишь, давай, пожалуйста, давай. Я тебе дам. Давай, да. Ну, давай. Пожалуйста, ну, не отморозись. Ты куда сейчас? Когда, через сколько? Ну, через сколько? Через час. Давай, наберешь, давай. Я тебе 200 дам. Хорошо, пожалуйста. Да, понял. Пиздец, у нее двое детей, но она такая добрячка, нахуй, пиздец, нахуй. Я так переживаю, чтобы ее сейчас не обворовали. А, она пошла кому-то в гости. Добрячка, пиздец, нахуй. На 200 гривен с Марсельской Добровольского на Марсельскую Днепро, блядь, туда-назад 200, нахуй. Опа, жирная кастрюля, ребят. Куда ехать? Жирная кастрюля. Куда ехать, ребят? Куда, парень? Куда ехать? А, Таирова, что, поехали? 300 гривен дашь? Чего? 300 гривен дашь? Нет. А сколько дашь? 25. 25 гривен, да ну нам. Ой, блядь. Короче, девочка добрая такая. Я ей дал свой номер, может, надо будет где-то покатать. Не вопрос. Фу. Сейчас просто холодно, движуха. Я бы ее даже подождал и покатал. Она дала нормально денег. Я бы еще с ней сейчас покатался. Но холодно, короче, я не хочу терять время, надо работать. Заказов очень много. Очень много заказов. Ребятушки, на канал подписывайтесь. Лайки, дизлайки. Комментарии срач сделайте, ребятушки. Не забудьте. Не забудьте. Что вы еще расскажете? А? Ладненько, я погнал, ребятушки. Всех люблю, всех обнял. Я погнал, давайте.